Почему ребенка не выпустили в переднюю дверь? Я спросил, он выходит, не выходит, ушел обратно. А почему не открываете его? Это уже открывать переднюю дверь. Что? А? Можно вас увидеть? Передняя дверь у нас для выхода вообще. Вот стоял ребенок, вы не открыли. Я спросил его. Вашу фамилию. Вашу фамилию. Вашу фамилию уже. Я вам дам билеты, вы по билету, пожалуйста. Хорошо, спасибо.